Вот это гигант пришел! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Думыч, Форум, Гусанёк, Фриз, Френка, Серега, Маквейт. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем приветики, омлетики! Ребята, у нас сегодня крутецкая рубрика «Скибиди туалет противокамероголовых». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Ого, он прыгает, вот он летит! Погнали, погнали, все его мочи! Мы должны его замочить очень быстро. А, есть, взорвал одного! Ой-ой-ой, что творится? Friendly fire, friendly fire. Так, я беру оружие. Давайте пулеметы сегодня будем брать. Сегодня у нас и танки, и пулеметы будут. Да вы сами себя. Где, где? Вот он, вот он. Ого, он фигачит. Со снайперки. А! Я уйду, пацаны. Прикрывайте. Прикрывайте. А! Вот это война у нас, ребята, жесткая. Я за пулемет сажусь. Ничего не вижу. Ай-яй-яй, да что ж вы делаете, вы своих мочите. Да, ребята, сегодня у нас жесткая война, чувствую, будет. Так-так-так-так, давайте в танк сядем за пулемет. А, взорвался. Вот это что творится, это жесть просто. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. А мы его убили, все. Все? А убили одного. Пацаны, сейчас будет побольше скибиди туалет. Я его вижу. Поехали, мочите его. Вот это он быстрый. Мочите, мочите. Жестко, жестко война. А, патроны кончились. Забыл патроны выдать. Он меня не видит, он меня не видит. Во! На, попей. О, воздушный удар. Ай-яй-яй. Да как он убивает на расстоянии? Что творится? Он в воздухе. Он уходит. Сейчас я буду следить, он приземляется. И все, воздушный удар сюда ставим. Он сейчас сюда приземлится, смотрите. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Зацепит по-любому. Бу-у-у-у. Не зацепила? РПГшка. Блин, он так высоко прыгает, просто нереально высоко. Мочите, мочите его. А то он уже дымит или что? Как будто дым с него шел. А нет, стреляли по нему так. Так, выдаем себе патрончиков побольше. Так, отлично. Мы его потеряли из виду. Он сейчас придет. Ожидайте, ожидайте, он сейчас будет. Это ж Серега, это хитрый скибиди туалет. Где это Серега? Ждем, ждем, ждем. Он сейчас должен подойти с какой-то стороны. Я его слышу, вот он. Давайте, давайте, мочите его. Четкое попадание. Сейчас, 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 сейчас. Красиво мочим, ребята. Настоящая война. То, что вы все больше любите. Есть, убили его. Так, ребята, сейчас будет еще больше скибиди туалет, поэтому я подготовлюсь. Вот он идет. Слышите этот звук? Вот он, вот он, вот он. На доме, он на доме. На большом здании. На большом здании, он куда я стреляю? Вот там вот. Отведем огонь. Нет, он спрыгнул, он спрыгнул. Он спрыгнул? Ожидаем, да, его, он. Ожидаем. Кстати, когда он прыгает, его легче всего мочить. Он там где-то идет? Да, он там. Я его жду. Вот это жестко, мы его облаживаем. Подожди, подожди, это была тень жопы туалета. Красиво мы по зданиям встали, смотрите, все в пушках. Вот он! Все, погнали, погнали, мочите его. Он подходит ко мне, не пущу. Ай-яй-яй. Жестко. Я люблю такое мочилово. Там, блин, взорвал мою пушку. Ребята, это реально мочилово. А ты смотри, что делает. На расстоянии убивает. Так как он это делает? Так, надо валить, надо валить. Так. Мы его убили? Нет. Нет. Я живой. Живой? Да что, что он делает? Этот Андрей мне написано, меня убил. Мочите, мочите. Я должен его убить по-любасу. В этом ролике я должен убить скибиди туалета по-любому. Вот это жестко. Да ты смотри. Камероголовый сегодня вообще просто отдыхает в сторонке. Вот это тут пушек. Он все
пушки взорвал одним ударом. Серега, да как ты это делаешь? О, я знаю, что надо сделать. Надо взять танк. Вот, танк он не сможет убить с одного раза. Так, инфу, где он? Дымовухи. Ой, вот он, вот он. Так как он так делает? Так, надо сваливать. Надо сваливать. Давайте отъедем. Вот это с пушки строчит. Неплохо так. Перемещаемся, пацаны. Он в воздухе, да? Да. А как он так летает? Что за читерство? Убили? Это летающий. Нет, а, это летающий был? Да. А ты какой хитрый. А вообще скибиди туалет есть летающий? А, ну да. Они же с космоса прилетели-то. Это, короче, новая раса. Инопланетян. Инопришеленцы. Вот это у нас техники здесь. Неплохо, неплохо пацаны затарились. Сегодня нам применяется вся тяжелая техника и вооружение, которое у нас есть. Пушки, танки, броневики. Пушки, которые ставят на танкеры и на корабли военные. Так, давайте проедемся. Мне кажется, он отсюда выйдет. Это насколько Серега, он отсюда приедет. Ждем его. Давайте проверим. Так, я на нашей базе. Обороняемся. Вот он! Красиво попал. Красиво. Давай, 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 мочи, мочи. Давай, танчик, давай, перезаряжайся. Ай, как он танк гасит, у меня аж танк наклоняет. Убить не может танк. Вроде бы как дамажит меня. Ну тебя нафиг, ты сейчас меня поломаешь еще. Отходим, отходим, отходим. Убили! Я его убил! Ребята, отлично, я знал, что в этом ролике я замочу. О, тебя давить можно? Вот он пришел, мочите, мочите, давли, дави, дави его. Есть! Ребята, его давить можно! Отлично, попадаем и четко, пацаны. Попадание идет красивое. А он на таком расстоянии сможет нас убивать? Вот это гигант пришел! Взорвал, взорвал нашего. Пацаны, умирают. Он просто нереально гигант. О, молодец. Фига себе, это где ты с чего? А он, кстати, на танке никого не было. Тебя просто взорвали. С артиллерии, да? Да, да, мощная пушка какая-то у нас. И Серега, видишь? Все-таки скибиди туалеты не такие же мощные, как нам казалось в начале ролика. Где он, где он, где он? Я слышу этот звук. Он маленький. Маленький? Да. Маленький. А как где этот маленький? Вот он. Вот он супер маленький. Вижу, вижу его. А что это за блоха там пришла к нам? Я его еле вижу, вижу, вижу. Блин, он так где, чтобы мы его не взорвали, что ли? Где он? Я его не вижу, этот чилипиздрик маленький. Он бьет, он бьет. Он вас сейчас, пацаны, замой. Вы, я вижу. Боже, как он манюсенький, извини, обстоятельства. Да блин, не хотел своих взрывать. Где? Вон он, до пушки пошел. Придется пушку взорвать, пожертвовать. Обстоятельства. Так, пацаны, инфу, где он? Короче, скибиди туалеты разного размера. И маленькие, и большие. Размер не имеет значения. Это точно, Серега. Да как он? Где он? Да мы его не видим даже. Убили, убили. Отлично, молодчик. Ты с пушки той дебела, да, стрельнул? Да. Блин, она читерская. Сколько же она выносит жизней? Нужен труп. Вот он! Он пушку взорвал нашу! Вот он гигантский. Я не достаю по нему. Я не достаю. Достаю, не достаю. Он хочет меня взорвать, пацаны. Где он, где он, где он? Вот, вижу, 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 стреляю. Попадаю, попадаю. Он там, между домами, пацаны. Вот это взрыв. Аж смотрите, куски штукатурки сыпятся. Вот он, вот он, вот он. Отлично. Да как он убил меня? Как? Да Серега, это читерство! Все, пошло, пошло дело. Минометы пошли. О! Ай! Надо бежать, надо бежать! Ай-яй-яй! Вот это он мочит сегодня нас. Наша армия несет большие потери, просто гигантские. Да смотри, он не дает. Все, Серега, ты что, нас выиграть сегодня решил? Да нельзя! Давай, мочи, мочи, мочи его. Я даже возрождаться не хочу, он убьет меня все равно. Ой-ой-ой, аж камера дрожит.
Всех замочил, ай, пацаны, всех. Ты читер. А, нельзя наверх подняться. Ай-яй-яй, да как он достает так? Ну чё, с глаз лучи? Ну да, я... У них шишки расширяется очень быстро. Да блин. Ладно, я отхожу. А, он решил тактику крысы применить. Он вверх. Прыгнул, прыгнул. В воздухе! Это разведывательный был. Вон летит труп с кибиди туалета, все. Разбился, он же фарфоровый. Это было мощно. Нет, это керамика. Молодец, кто его убил. Медаль тебе. Спасибо. За меткость в воздухе. Как утку подстрелил. Тогда. Ой-ой-ой, что-то... О, пришел. На! А я не увидел, откуда эта пушка. Ну это же специальная такая тактика. Вижу, вижу, вижу его. Мочу. Попал четко снарядом. Не попал. Так, едем, едем за ним. Убили его? Нет. Вот он. Я вижу его. С пулеметом гасим. На, только ж по мне не стреляйте. На. Вот это мощь у нас. Че, ты не, уже не умный такой? Пацаны, хорошо играем сейчас. Держим, держим темп. Он пушки наши уничтожает. Есть. Одну пушку уничтожил, вторую уничтожил. Давай, танчик, давай. А танк не убить тебе-то. Ой-ой-ой, он толкает меня. Кстати, он танк может толкать? Да ладно. Меня уничтожил. Кстати, Серега, ты меня уничтожил. Есть. Хорош. Вон он, ребята. Еще раз. Серега, это прям была жесткая волна, я тебе скажу. Прям нереально жесткая. И сейчас мы Серегу в течение 2 минут не убиваем, значит он победитель. Если мы его убиваем в течение 2 минут, мы победители. О, броневик возьму. На броневике буду. Да ладно. Да ладно, мне двигателем по башке дало. Вот это я прикурил. Так, все, отчитываем 2 минуты. Время пошло. Есть, есть, я обманул его, ребята. Я его обманул. Сейчас возьмем оружку, мою любимую. И будем его мочить. Ай. Ну я попал по нему, я попал. Вот он летит. Ждем приземления его. Попадание было. Да что ж ты будешь делать? Так, 30 секунд прошло. Серега не хочет, да? Я вижу, никак сдавать. Да, смотри, что у нас наказывает. Чувствую, скибиди туалеты победили сюда. Хорош. Да ты смотри, а. Мы подаемся, да, пацаны? Да, конечно. Ну, да. Я ждал, Серега, что мы подаемся. Да блин, нельзя возродиться ни разу просто. Да. Попадание было. Да блин, он реально нас вон. Не дает даже возродиться никому. Представляете, что он делает, а? Кончите. Да смотри, что делает. Так, минута прошла, еще минута. Есть! Есть! Ура! Тут бомбы падают! Серега, ну что, ты хорошо держался, только как-то ты пушку не заметил вот эту мощную. Так я все мочил. Ребята, напишите в комментариях, кто сегодня победил, скибиди туалеты или камера головая. Мне кажется, в комментариях рассудят по-честному. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Уничтожила всех с лица земли.